Сегодня овны будут с энтузиазмом браться за любые дела. Вы не боитесь трудностей, готовы поломать голову над интересным вопросом. Удастся справиться не только со своими, но и с чужими проблемами. Беспокойное начало дня звезды сулят тельцам. Вам придется много заниматься делами, которые вы предпочли бы отложить на потом, и общаться с неприятными, сложными людьми. Возможны неудачные покупки, напрасные расходы. День лучше посвятить творчеству и поиску необычных ответов на привычные вопросы. Оптимистичный день звезды сулят сегодня близнецам. Вы полны энергии и готовы штурмовать новые вершины. У вас хорошо получается то, что оказалось другим не под силу. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Не стоит спешить с выводами сегодня ракам. Эмоции будут очень сильны. Особенно осторожно следует обращаться с деньгами. Необязательные покупки лучше отложить. Сегодня лучше не поддаваться чувствам, говорить о делах, фактах и планах. Меньше сердиться сегодня стоит львам. Чем раньше вы настроитесь на конструктивный лад, тем проще окажется достичь поставленных целей. Планируя этот день, имейте в виду, что суеты и неразберихи едва ли удастся избежать. Довольно напряженным звезды сулят день девам. Он полон сюрпризов, которые далеко не всегда приятны. Будьте готовы изменить свои планы, перенести встречи, заниматься чужими делами вместо решений собственных проблем. Весы сегодня будут энергичны, изобретательны и готовы на все, чтобы достичь поставленных целей. День обещает быть очень интересным. Вам предстоит сразиться с сильным противником, и вы одержите победу. Трудно сохранять спокойствие сегодня будет скорпионом. Все важные решения лучше принимать самостоятельно. Советы со стороны сегодня чаще всего будут бесполезны. Настроиться на позитивный лад сегодня стоит стрельцам. Вам предстоит общаться с разными людьми и каждому искать подход. Можно положиться на интуицию. Благодаря ей вам порой будет достаточно пары секунд, чтобы понять, чего от вас хотят и ждут. День подходит для действий у козерогов. Неважно, какие цели вы ставите перед собой, сегодня будет возможность многое сделать для их достижения. День благоприятен для обсуждения любых важных вопросов. Интересным и удачным день звезды сулят водолеям. Фантазия позволит найти нестандартный способ решения повседневных задач, превратить скучную рутину в увлекательное приключение. Окружающим с вами будет интересно. Действовать сегодня стоит рыбам. Шансы добиться нужных результатов очень высоки. Вы сможете преодолеть все трудности самостоятельно и без поддержки. Вероятны деловые поездки. Они сложатся удачно и не отнимут много времени.